Привет, друзья и подруги «Подпольной правды». Как жаловался лет 20 тому назад нынешний классик разговорного, прости господи, жанра «В зоопарке тигру не докладывают мясо!» Сами понимаете, если уж тиграм не докладывают, что говорить о нас? Безхвостых, беззубых и беспомощных. В общем, беззащитных, словно агнцы. Нам не докладывают тоже. Что именно и куда не докладывают, вы узнаете на www.gamesfestive.ru. А в эфире самая добрая передача каменных джунглей «Подпольная правда». Начнем мы со сталкера, который, как известно, тот еще ждалкер. Сперва ждали 6 лет первую часть, потом вроде как дождались чистого неба, затем маялись, пока это чистое небо перестанет вылетать в винду. Но это уже личное дело поклонников компьютерных игр. Многие готовы простить разработчикам что угодно и качать патчи гигабайт. Особо рьяные поклонники украинских шутеров хотели заполучить коллекционное издание этой игры. Еще в августе страждущие могли оформить в магазине ozon.ru предварительный заказ на мажорскую коробку. Стоила эта радость 1300 рублей. Поступление в продажу ожидалось 22 августа, потом 25. Ты никуда не торопишься? Нет, до пятницы я совершенно свободен. Ладно, посидим еще немного. Потом народ на форуме заныл, мол, сколько можно. Игра 2 недели как в продаже, а как же обещанная Collection Edition? При том, что деньги-то за предзаказ уже уплачены. Дату выхода перенесли на сентябрь, потом на октябрь. Потом подняли цену с 1300 до 2300 рублей, чтобы люди просто отказались от заказа. Так что советую геймерам купить бензиновую зажигалку в другом месте, она должна была быть включена в комплект. А обещанный светящийся артефакт можно сделать собственными умелыми руками. К примеру, намазать фосфором лобок своей подружки. По крайней мере, время пролетит незаметно. Или вот еще коробочка Sacred 2 «Падший ангел» подарочное издание. Предварительный заказ, ожидаемая дата поступления в продажу – ноябрь нынешнего года. Цена 1850 рублей. Подкупает описание комплекта. Саундтрек от отцов фэнтезийного металла Blind Guardian. Лестная характеристика для группы, первоначально называвшейся «Наследие Люцифера». Особый диск с игрой для хай-энд компьютеров. Это значит, что для обычных компьютеров смазанная текстура, а для хай-энд в высоком разрешении, что ли? Ну и, конечно, магический артефакт для настоящих воинов на кожаном шнурке. Каков образ? Я как представлю себе настоящих воинов на кожаном шнурке, сразу становится понятно, чего тут не доложили. Мозгов разработчикам. Игра Far Cry 2, подарочное издание. Предварительный заказ, ожидаемое время поступления в продажу, ноябрь 2008. Цена 1400 рублей. В комплекте указаны диск Making of под вопросом, буклет с игровыми иллюстрациями The Art of Far Cry 2 под вопросом. Зная, как у нас обстоят дела с выполнением обещаний, могу не сомневаться, не будет ни того, ни другого. Остаются диск с игрой, мануал и карта игрового мира. Напоминаю, за это требуют почти 1500 рублей по предоплате. Отличный бизнес эти интернет-магазины. Может, я чем-то не тем занимаюсь? Начинали сталкером и закончим сталкером. Процитирую отклик одного из покупателей магазина ozon.ru об игре. Обращаю внимание, речь идет о пропатченной версии. Цитата. «Взял пока подарочное издание, так как очень хочется», пишет некто Сухальков Кирилл. Книжка там, первая из серии Эксмо Сталкер 2007 года, лучше бы сборник «Чистое небо» положили. А так по игре есть неприятные моменты. 3 восклицательных знака. Все для пропатченной версии. Первое. Тормоза присутствуют, машина не слабая. Второе. Сейвы бьются только так, чаще и больше разных сейвов. Третье. Часть заданий невозможно сдать. Отличное вложение, 790 рублей, ничего не скажешь. Вариантов тут 2. Либо ждать у моря погоды и того самого коллекционного издания, как давно уже понятно, ожидание может сильно затянуться. Либо пойти поиграть со светящимся артефактом, рецепт изготовления которого я предложил в начале передачи.
Лично я выбираю второе. Кстати, на том же Озоне появилась компьютерная версия GTA 4. Стоит 500 рублей почти в обычной пластмассовой коробке. При том, что переозвучивать ее запретили, и ничего, кроме титров, там не предвидится. Пишите на правду, как всегда, собака gamesdefestivi.ru, и до следующего четверга.